свои все силы, я прихожу на РТ, блядь. Я не хаваю, я не моюсь, я просто вонючий, потный, голодный. Похоже на ебучий РТ. Мне кажется, знаешь, почему вот это все началось? Почему? Вот это вот все началось, вот это вот твой оптимизм пропал, вот это веселье после того, как ты жопу поставил на нубу. Ну, даже две. Даже две, видишь, вот. Да мне-то что, я забрал плащик, мне, в принципе, этого не нужно. Я с других волнуюсь. Вон, дринки вообще, блядь, это трап, нахуй. И похуй ему вообще. Да я посмотрел на его шамана и закрыл сразу. А где этот Вудли? Вудли прием. Ну да, каску, лапу там можно? Нет, нельзя. У нас... А, ну каску. Рид тут, Рид. Вудли тут. Че, он не сломанится? Ринда сейчас пришла. Давайте 4 пала. Сейчас засумоним всех и пробафайте на фул. Рыба там. Рида там стоит. А у кого фридом есть? Вайт, у тебя вкачан? Угу. Все, красава. Специально и... заранее сделал миловицу на 200 громкость, думаю, заговорит, может, когда что-то не пропустить. И то еле слышно. Ну ладно. Тебе зачем меня слышать? Просто. Так это я хочу, он для меня старается. А, понял? Да. Ты мне очень приятно, как человек, не ловиться. С ума сойти, я сейчас растаю, ребят. Слушай, ты ж гей, ты говорил, что ты гей. Это я такой, ну да, это правда, мы созированные такие. Ну, шипы и ханты держатся просто вместе. Честно, Зерон об этом знает. По-моему, конечно. Анимешники не могут быть геями. Ну, я не анимешник, я ради Зерона. Давайте, фулбаф по рейду и по... Здрасте. Да? Добро пожаловать, герой! Я один. Нет, дринки, кстати, вот как раз наоборот. Прикинь, какая экономия. Мои чудовища не чета героям Альянса Тириона. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Бронзай. Пять, 4, 3, 2, 1. А чё он не запускает? Что за хуйня? Сейчас запустит. Он опять увидел нас, вспомнил все свои боль, страдания и встал в ступор. Запустился, когда Батем, у меня поскольку палка. Хочешь? Я бы тоже, если бы этого рейд пала увидел бы нахуй. Ебал. Это знаешь, почему сделали? Чтобы он бомбы не кидал с пула. А мы припоту сняли. Ну да, логично. Типа, здесь им, конечно, респект, нахуй. Только где это раньше было, блядь? Ну, там 4-то, я заберу тебя. Когда, блядь, это актуально было, блядь, когда это было реально важно, блядь. Когда из-за этого, блядь, люди умирали, блядь. Так получается этот первую забираю змейку, да? Да. Забираешь на всякий слот, ну, Староплатином заберет жутку. А не, стоп, ты жуткую заберешь, наоборот. Ну, вот, да. Так хотя... Ты заберешь жуткую, а Староплатином кислот. Убейте в этого Старопальта, хорош, красава, лучше. Забери, да, все, с тем смол. Бомбаль добились. Встаньте все в один кемп, печеньку, Эрден.
Не бейте эту хуйню, не бейте, не надо, сорвете там. Слабый человек. Все, по кислотной поехали. Геру дали пол ДПС там, бурсты еще. Все. Боже, раздавался, типа. Нет. Геру? Ты, блядь, дринкбой. Он по пиву, сейчас даст. Он на ПК на. Стоит вообще. Найс икру. Наблевала? Он вижу плевел. Иди размораль. Все, уходи, я думаю. А не, еще раз подходи, еще раз подойди к нам. А я уже разморозился. Все, жутко забили. Добейте там кислотную, там 200 тысяч стало. Милики. Еще будет. Наигрался там все. Так, разбежались, набрали рынок. Сейчас полетит хуйня. Разошлись, разошлись быстрее. Чё-то не плюет? Сейчас будет. Он же должен был плюнуть, странно, но он... Вот ща плюнет, 2 секунды. Не? О, да. В тебя плюнул, понял? Ну, я как раз. Я далеко был. Отлично. Всё, складывается наилучшим образом. Видишь, а ты говорил, что я говно. Я его дальше помешу. Почему я говорил, что ты говно? Когда я это говорил? Это же босс, видишь, в ахре говорил. Блять! Да, напов нет, что я сделал. Эх, ты кататься. Ну, чуть нет, кис, нахуй. Там лужа разлилась, не бегайте, по-моему. Встаньте все, вон там. Вот этот. Под лицо, короче. РДД метров 7 от босса 8, чтоб вас не откинуло. Все, стой, не дергай, выпускай так стоит. Милики подъебало. День мы примерно в крест будем отлетать. Ну, сбегаться точнее. Крест плюс-минус. Крестик красиво так ставлю в линию. Ровненько прям в крест. Вообще, чтоб идеально не доебаться было. Ровно в крест прям ставим. Ну почти. Отбежали. Ринда и чермет влево. Остальные похуй куда. О, на скрюсу-кью, блять, АФК стоит, нахуй. Ты сказал похуй, человек просто въебало влетел. РДД ближе подойдите, метров 7-8 от босса, чтоб тридом он достать. Он залагал походу тоже пока. Сейчас после откидывания сразу. Чё, он не хочет откидывать. О, крест, 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 крест быстрее. Все в крестик убирать. Давайте. По красоте в крест быстрее. Все похуй на ДПС. Крест бежать. А, у нас там QSLP, походу, еще не отлагал. А, он вылетел, все. Что? Он же дышал уже. Че за бред? Угу. Да. Что-то мне кажется, блядь, они не то починили, нахуй, отбежали. Там убрали, там добавили, блядь. Чего дыхание, блядь, пиздец. А тебе не казалось, что слишком долго он стоял с нами? Такое чувство, что он должен был прыгнуть, но он типа такой, типа, а не, давай-ка я еще попижу с вами. Тогда в том-то и дело. Хуйня какая-то. Мы это уже видели в десятке. Главное, чтобы не 25-ки гербов, мы это видели. Давайте крестик. Да, 25-ки герма другое. Или еще раз плюнуть. Ну такое вы видели, блин? Будет еще плевать. Он еще раз откинул. Хорош, блядь. Еще один морозное дыхание будет, да? Давай-ка нажмем кусаку. Ой, нихуя. Что происходит? А где этот есть шинал? Отбежали от креста. Ой, миловиц, с огнем играл. Короче, нити все, кроме боя. Че, надо? Похуй на сферу, там нихуя не стоит.
Хватит рыбу. Не запустил. Блять, и нахуя я делал крафтовый груда, когда этот лучше? Сука. Вы сейчас все, блин, в ДД спекнетесь. Я, короче, спекнула с шипом, мне надоело. Тут скучно хилить. О, у тебя шипы даже 4-4, но ты не хотела спект. Я не люблю играть. Согласен, шипы вообще уныло. Я не люблю играть в шипы, кстати, говорит. Если дамажить, я предпочитаю на маге дамажить. Все правильно. Как вам спеки? В аркане, конечно, в 4-4. Так там же одна, там же полторы кнопки. Две и один макрос. Не надо мне ля-ля. Где риск? Полторы кнопки. Четыре вспышки и одна чародейский стрел. Поэтому полторы. Рит, ты танчишь, ты? Сейчас будет целка. Ну я бурсты не считаю просто. Там можно забиндить в одну кнопочку и все. И там а нажимать и раз. Давайте, нет. Нажми хоть сейчас, блин. Бра... А, блин. Босс, блин. Выберите кто-нибудь по обученную бэби-старом бьет. Ну я хпшки забыл включить, и не видел даже ее. Как бы снимались. Это ставим и прохил, он там далеко стоит. А он глыбы снял, окей. Дебаф глыбы снимается? Да. Я даже не знал. Ну стал. Мира, я забанишь второго Галима, я первого. Этого я забаню. Ты второго забани. Только бан не обновляй потом, он твой вышел. Звездочка твоя. Ну, Мирая, блядь, где бан нахуй? Он бегает. А рогалики вы там напуливаете? А то... Убейте, убейте звезду. Звезду убейте. Не, вишки вообще похуй. Идите босса пить. Умирай там, не забудьте обновить бан. Сколько уровня? Ну вот, кольца отказывайтесь, обруч темный целительницы, который остальное установить. Отойдите все по 4. Пятнать честь Альянса.
Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Так. Ступай, Месишо, паладина, главное, отведи от нас. Вот эту вот хуйню, я квадратик у нее поставил. Остальное похуй. Долика только разливаешь, поконтролить. Мирая, сверяешь печеньку и банишь дерево. По рамбу вольемся первым, потом по печеньке. Я звезду по контролю. Дальше Мирая, там дерево будешь контролить. Маги там по хилам покидать хельксы. И так далее. Вообще на клубах. Что играем? Да, да поехали, похуй. Настя. Да, да. Еще эти пули. Забери на себя, Рит, я не знаю, рогу. Там без щита, с пули. Забери рогу. Грипни сюда, Ром, к нам. Смотрите, не стойте на одном месте, АФК. Играйте все по ромбу. Ром, сыграйте. Прямо в центр стоит. Блять. Кас закрыл, маг, сука. Ой, старпасик, он сейчас киснет. Хуёво, блядь. Ретрика контрол. Дайте ретрику корни, еще нибудь там циклон, блядь. По квадрату. Быстрее. Дай БР. А, дали уже. Забери ретрика еще раз. По это. А там у тебя вот он. Такого покинули. Убивайте ром быстрее. Печеньку бейте, звезду. Дримбой, дай хексу по звезде. Стынь. Пелистан ебанить. Красава. Ух ты, блин. Каст. Старпласт, ну опять стихи. По звезде играть. Я пал по контролю. Дизарм дай кто-нибудь. У нас там роги вроде есть. По ханту. Можешь продлить циклонами по квадрату? Ничего страшного. Койл дал. Еще раз там корни или циклон по квадрату? Он рад бить.
Забирай кого-нибудь, там, я не знаю, ДКшника или Вана. Выбирай. Я беру, здесь, Вана, здесь пугайте. Рогу мы сейчас убить будем все равно. Забираю Вара или ДК. Звезду бить. Володя, да, я видел. Я просто нажал, и ты как раз ебанул. Бить, Тири. Бейте, я не знаю, бейте его на Антаран, пристал, он такая не убыстрёмная. Вон шаманы, дерево и Вар. Можете свести их вместе, человек. У нас гриппа нет. Пластином как лежит? Ебало, пол как еще. Комфортно. Подводите Вара сегодня. Не надо выводить, нахуй, пускай криво. Дай мне хоть почувствовать себя полезным, а блин. Разве ты себя уже не почувствовал полезным? Ну, учитывая, ты, что осталось два села, я смог увести его только тогда. Ты в рейде, это уже полезность. Сейчас скажи, ты полезнее, чем Майнг, да? Ну, так-то Сакра есть. Боб, Салю. А там Гера, ТТМ. Не надо никаких обновлять тебе постоянно горнов по блокеру. Другие шамы есть. Не у всех качан ТТМ. Лучше на. Да там горн в ротацию входит. Так что похуй. Горн дает 10 рун, нажимается так. Ну там видишь, кто там поставил и забыл, он висит. Хорошо, хорошо. Все, видишь. Полезность, полезность. Я понял. Почему, когда Холи Щит идет со мной в рейде, ничего не падает в этой мэке? Чё за бред? Сука, вообще пусто. Сталра ходит, минус 500% шансов выпад. Карагер это подтверждает, кстати. Войт и Старплатину. Старплатину, возьми светлую, потанчишь темную.
Войд, возьми темную, потанчишь светлую. И Рид с Верки вместе. Ага. Блять, вы спулили нахуй? Сука, заберите танки, ну быстрее, ну блять, ну не стойте АФК, ну пожалуйста, блять. Ладно, понятно, отвести нахуй, сагрить, блять. Ладно, падайте. С теми тотемами, блять. А, у нас Тарплатину вот кис, я понял. Гениально. Но-но-но, мои тотемы полезли. А, ну да. Не знаю, что это было. И моды до сих пор ничьи нет. Блять, Риддик это, блять, наплатит этих шаманов, блять, бесполезных. Но. В смысле я наплодил? Что за ко мне сразу же претензии на шаманов? По факту, блять. Че, мне спекнуться или не затанешься? Спекать. Сейчас захожу. Сверки. Минутку. Пускай ловит, а ты потанчишь вместе с зарплатой. Сейчас я спортанусь тогда. А у всех нормально? У всех нормально зашло, только у меня зависло все. Надо заходить тогда, когда босс исчезнет, чтобы бой пропал из инста, и тогда заходить можно, иначе будет выкидывать. Да не выкидывает просто. Ну там зависает, и надо перезаходить. Шуманить. Сейчас я секунду. Кирус, топ. Шмотки у них новый баг появился, если интересует. Выйдешь, заходишь. И чё там, Серега, за баг? Ты заходишь, и чё происходит? Ну, если, короче, вайпнулись, и ты в инст пытаешься зайти до того, как все умерли, то понял? Тебя просто вот на загрузке висит экран. Серег, это уж как недели две висит, все об этом знают. Все. Мы еще в ВВК справлен сталкивались, мы говорили об этом. Да как-то я пропустила где-то, видимо, этот момент. Да ничего не было, Старпатин, только какие-то шмотки на кассе. Шмотки там, прием. Мирай, ставь шкаф, блядь. У меня осколков мало. Будь полезным хоть раз. Я ж, насколько помню, беру белого в черную. Ну, ты, блядь, ты первое место после танка сразу занимаешь, блядь. Ну, естественно, хоть раз полезным. Феникс, напомни, пожалуйста, какую там брать на... Берешь черную, ловишь черную, типа, или наоборот? Блядь. Светлую берешь, светлые ловишь. Темные берешь, темные ловишь. Окей. И... А я с тобой положу. Что ты греб? Вызову Вайда, нахуй, если что, щиток на себя ебануть. Ну сейчас же свету ловлю и свету, короче, свету ловлю на первый раз. Туда переходим, там темный ловлю. Да. Ты с правой стороны ловишь, я с левой. Ага. Давайте быстрее, старпать с ним. Каску и приступа. Грек, ты еще АФК? Лолу. Дайте, пожалуйста, маги. Спасибо. А подожди, Бой, ты босса танчишь вместе с зарплатой. Ну да. Все, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Не забывайте меня подхиливать.
Все как лучшечные взяли все. И по звезде поехали. Рахим. Темные шарики ловим. Переводите, босс. Дай сокру. Темные сущности взяли, быстрее. Нажми из баунстера платье. Прохил меня, пожалуйста. Белые шарики вон. Переводи. Вой, дай сокру. Добивайте щит. Добивайте. Дальше ред. Че, дальше затанчить? Ну да. Я по себе. Там шкаф просит, что потом. Мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Не рубианцы вас. Давай там не пизди, маленький ДК. Под льдами Нордского. Это что, да, Мирая? Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Эх, полезный. А ты, киевский сборщик, иди работай. Давай, грузчик из Икеи, мебель занесли. Че такие душные? А, он меня выкинул. Поздравляю. А можно какой-нибудь войду на паладина звания не Бичевское, чтобы было журнал видно там, кто ливает, кто что там?
Подожди, а какое у тебя звание? Какой-то твинг, это бичок, скажешь? Да. Это ж твинг твой, у тебя ж мейн другой. Ну, понимание твинг разное у людей. Конфилд, ты тут? Все, поехали. Вторая пачка копателя, когда выходит, шаклить. Старплатином одного запинаешь, перейти другого. Заливаем сразу копателя, если отчет дай. А когда вторая пачка, одного шаклить. Ну, перезакопка. 4, 3, 2. Перед собираешь. Поехали. А чё, вы Геру давали на Валька? Дринки, блядь, вагон, нахуя? Копатели на пульсе? Какого у нас? Сферу бы какую-то сбил, ладно. Лужу забедите. По копателям играйте. Не надо было шакли чистить. По копателям сыграли, залили быстрее. Быстрее копаться люди. Все, попался играть. Одного зачакли. Копателям играть. Ветеран отводить начал. Босс, но... Ну, блять, перевести потом не успеем. Вот две закопки с старплатином будет с такими, блять, отводами на хрухуйными. Да, спасибо, отойдите. Старфол. Тут за что две выжили уже, так что... Да, и Настя Боб помиловить. Или Войд кто-нибудь. Не заходи в лужу. Боб, дайте им. Ну, сейчас вылезти, да. Да, да без старта. По боссу играть. Лужу поставьте. Шаклить не надо копать. Хотя, одного за шаклит кто-нибудь. Видите, боссов будет. Просто уешь копать. Это кто еще шакал этого копателя? Грег, да? Бестия зашаклишь next копателя. Следующего, который будет любого. А, бля, это не я. Извините, попутал. Да короче, зашакли тебе копателя, но следующую пачку. Видите, просто. Больше ДПС. Жимки там отдавайте, бурсты не перевести, блядь. Шаман вылетит. Одного зашакать. Восемь бить. Давайте поднажали про 3%. Нормально успеваем. Босса станьте.
Хорошие серверы конкурса, интересные. Такое. Черните этого. Что такое? Про сервер. Попать... Сирус. Мини-игры, блядь, добавляют. Сколько, блядь, ёбки. Ну вот, колечко отказываете? Так кольцо как придать. Как в шмотах на танк упал, ёбаный в рот аж. Чё? Ты хоть говно, ты хоть ничего. Зап полутает. Стой! Демон в юбке.